Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Джек Шепард, Артур и Шустрила, и ты сбил зомби. Нет, всем привет. Йоу. Да, Days Origins, мы едем на машине, едем в Сабину, что там лаборатория, что, да? Сказал, что там лаборатория. Он да. Сам не знает, где она там, будем искать. Кто, я сказал? Я сказал. Налево. Погоди, ты куда проехал? Нам давно. Вот, кстати, опять бас-мобиль. Ну, то есть, мы по главным воротам выйдем. Это идеальный просто автомобиль для постапокалипсиса. Там можно и помыться, и съездить куда-нибудь. И вообще все, что хочешь. И пассажира можно взять. Там-там-та-ра-та-там. Кстати говоря, я ошибся, и мы проехали. Заправимся прямо. Да-да-да-да, сейчас мы едем в город. Ребят, я заправляю машину. Давай. Ок. И сейчас только ядерная боеголовка. Справа это зеленая гора. Тихо. Показалось. Патроны для Мосина. Мосин. Тут даже есть Мосин. Офигеть. СКС, Мосин, что дальше? Ну да, это игрушка вообще, да? Так свежие эмоции после обычного Дейза. Еще бы. Я не знаю, сколько это конец. Род муви такое. Что? Что-то ехало как будто, да? Ага. Ладно, Сабина. Я на водительская, если что. Нет, это... Водил у меня. Водил у меня! Фул, вообще, сразу до фула зарядило, прикинь. 80 литров за раз. Уши такие синие. Как ты ее нес вообще с собой? А она в машине была? Ага. И смех, и грех. Чего? И слезы. Уши я сзади сижу с тобой. Короче, все аккуратно подобрались, потому что Сабина самый крупный город. Мясо. Артур, ты понимаешь, что у тебя зрачки у персонажа раз в 6 увеличены от нормы? Ну, я просто за кадром копсы. Ты как кот из Шрека. Я понятия не имею, куда мы едем. На самом деле, ты можешь ехать куда угодно, потому что тебе ничего не подскажу. Это уже Сабина? Да, но я не знаю, где тут. Вообще, Артур, где тут лаборатория? Мать ее. Остановись на секунду. Остановись. Я один баг покажу, который где-то видел, не помню где. Но, короче, сейчас я скажу. Вот так вот. Что ты делаешь? Вот этот подъем, видите? Да. И если этот баг не подправили, конечно. Но. Закатиться в него? Ага, блин, не работает. Окей. Вот. Я понял, я знаю такую тему. Да, хрен. Оставили меня в машине. Уверены, что это Сабина? На 100%? Да, потому что это, да, это Сабина. Мы так быстро 4 километра преодолели? Угу. Мы въехали прям не уж. Только, Артур, где база? Заток называется, или может там вон в конце нет, города? Просто дело в том, что... Мы на машине ее не найдем, а если она есть где-то, она есть в этом, во внутренних двориках. Ну ты видел, как она выглядит? Ну, это обычный туалетный такой, этот, в центре П-образного двора. Поэтому мы его сейчас ищем. Давайте искать. Возможно, что вот тут где-то. Футбольное поле слева было. Короче, вот таких вот мест просто дохренище, поэтому этим мы этой серией будем заниматься. Тут чисто. Можно я пешком пойду? Конечно. Мне так спокойнее будет. Просто такое место, что здесь. Джек, надо прятать машину тогда. И отправляемся на своих. Ну, высади меня где-нибудь. Хорошо. Нет, ты поедешь со мной. Если вдруг меня убьют, ты. А, окей. Я умру вместе с тобой. Автобус. Вот рядом с ним мы тачку сейчас. О, ты посмотри справа, Ленин стоял, я боюсь его. Закупак. Все, тачку оставим около автобуса. Все, каждый сам за себя. Там Ленин был. Я в закупак ушел. Ты посмотри, какой он классный. Тут продается водка. Колесо. А, нет, не колесо, блин. Колесо нужно? Колеса нужны всегда. Ты, кстати, Шус, у меня карту так и не взял. Это печально. Да, зачем она тут? Ну, карта, она. Потом. Есть еда. Потом. На удивление, не хочу каркать, но спокойно здесь. Ну, да. Здесь, кажется, людей на сервере фулл сервак, сразу говорю. Слишком тихо. Там Джек, Ленин Джек. Стоит, мать его. Да, Ленин, ты прав. А у мавзолея это разве не оно? Тогда внутрь нельзя зайти, как ты думаешь? Там такие памятник, типа монумент. Давайте зайдем. Давай ты налево в Катрину Стеллу или куда? Понял, давай, давай, хорошо. Я взял левый край. Стрельба? Это я же сказал. Да-да-да, я слышал. Скорпион так пыхтит? Да. Так, пацаны, это просто какой-то кино. Memory of James Plank Kinkle.
Память Джеймса Планка Макинкала. 1952-2010 памятник тут. Нормально. Церковь такая классная. И Ленин стоит, блин. Автосалон Сабида. Амбассада. Короче, как обычно, офигеть. Рассредоточились. Ленин. Я у гигантского Ленина. Все. Ищите меня у Ленина. Если я нужен тебе, ищи меня у Ленина, йоу. Теперь тут банк он есть. Есть отель Маркомио, тоже вдалеке. И здоровое здание со звездой. Офигеть. Просто вот эти здания, они пустые. Я вот сейчас по ним бегаю, ребята, они реально пустые. Ну, то есть... Вообще ничего нет, то есть даже лута. Да, то есть голяк. Просто сделали здание, но забыли лута на спауне. Не знаю, у меня лут был. Дверь закрыта у этого гиганта. Да что ж там? Ленин, жди меня, сейчас к тебе пойду. Хлеба. Слышу, зомбей. Капец, ну вот как это вообще? Офигеть. Ты опять что-то сломал? У меня нога сломалась на ровном месте опять. Люк Шепард, иди спасай меня. Я не человек, перелом. Где ты? Как вообще? Сложно сказать. Ну что рядом с тобой? Ты видишь зеленую вышку? Ну, вышку, которая на Зеленой горе была. Нет. Видишь ли ты Ленина? Нет. Куда он? Кто ползет? Я ползу. Это не ты, это за. Нет. Ну, Артур был справа от нас. Я бы пострелял, но это не самая лучшая идея на полном сироке. Тут какая-то это, скажи мне. Мост и там вода. Ты ползаешь, да? Это еще лучше. Угу. Хрен тебя увидишь. Короче, мне, если я тебя найду сейчас, если мы еще найдем морфин, то отдайте их мне. Потому что у меня есть морфин. У меня ноги ломаются. Нет, я про будущее. А вообще? Ага. Мы уже весь морфин годовой перевели на тебя. Да капец, я за 3 часа 3 раза сломался на ровном месте. Как я зашел в какой-то зал, тут звезды, коммунизм. Я не знаю, что это такое. Ты меня не видишь сейчас? Тебя? Нет. Нет, я Артуру. Нет. Я вроде там вдалеке что-то вижу. Ну ты же по дороге, да, бежал? Банка! Дворики не сворачивал? Нет, я ползу по дороге. Прям по центру дороги, да? Да. Церковь не видишь с куполами. Вижу, там ничего я нет, около автобуса. Походу. А, около автобуса, не, я понял. Не, я не около автобуса. Я около где заправки. Я около ищи заправки потрав... какой-то. А, у заправки. Большой город, да? Зомби нагренный на кого-то. Да на меня, наверное. Наверное. Мать ее, где заправка? Может, не, мне выстрелить, я не знаю. В городе появилось кого нет. Не стреляйте, только я вас прошу. Я на улице Любольской. А, я знаю, где это. Там еще этот стоит какого. Ну, короче, там Коля живет, в красном свитере. Высокий такой. Вижу заправку, Артур. Футбольное поле вижу. Я тебя вижу назад. Слава богу. За тобой там пассажир. Вижу, вижу, вижу. Ползает такой в центре города. People, воды такой. Так, я сейчас вон два крана залезу здорово. Вон туда внутрь, чтобы нас не беспокоили во время этого крайне интимного процесса. Погоди, тут гаражики есть. Гаражи. Не, я в том смысле, что я оторвусь от зомби через них. Зря ты насчет лута говоришь, что его нет. Вот я опять зашел в здание, тут опять лут лежит. Какой? Ну, тут фонарик, пинты, по-моему. Шикарный лут. А нет, это фонарик и две колы. Ну, по крайней мере, упадает. Месье, вы в порядке, месье? I'm feeling fucking bad. Please help me, or I will die here. So fucking bad. Все, у меня последний морфин в рюкзак тебе положил. Не могу я почему-то тебя чинить. Даже когда он у меня не в рюкзаке. Кто из нас отвалился? Видимо, я тут. Ну, все а что тогда за булька не было? Да я вообще не знаю, что у меня все время отваливает. Я нормальный зомби? Парень. Я вообще ничего, да? Ну. Прикиньте, да, 4 мусорных бака внутри здания кто-то поставил. Какой дебил архитектор, планировщик это придумал? Ну, у меня дома так стоит. Ровно 4 в ряд, да? Капец, я... Вот ну... Как это вообще? Я просто промолчу. Опять? Нет, нет, меня не сломало, просто я не пойму, откуда меня били только что. Еще один морфий я тебе не достану в этом городе. Короче, для меня сейчас приоритет в этом городе это бегать себя... со мной. Бегать со мной и жить, все, больше ничего не делать. А ты где? Я наверху.
Для меня приоритет — это найти больницу. Вот. И найти себе еще морфин. Морфин. Мне нужен морфин. У меня, короче, редкое заболевание. Называется ломоногие. Ломоногие, да. Улица Гагарина. Fucking zombies. Everywhere. Everywhere, да. Тут парк такой классный. Fucking парк. Everywhere. А церковь-то большая здесь. Только, наверное, не открытая. Ох, как музыка бабахнула. Так, ребят, не расслабляемся. Я... Ой, это ты только здесь расслабленный, господин. Мое напряжение невозможно передать. Be careful. Be careful? Ага. I will be careful. Сети и звери. Колесо, 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 колесо. Ну, можно идти и чинить машину теперь, которая... Волга черная. Не нужна, которая нам... Без колес, без колес, без колес. А это колесо вообще взять можно? А не, это просто шина лежит. Черт побери. Шьёрт побери. Шьёрт побери. А что это за лепание? Куда вообще убежал? Не-не-не, я недалеко от тебя держусь. Здесь, кстати, гольф. Без колес. Все вижу. Гольф — это игра такая, клюшкой бить по мячу. Есть еще Volkswagen Golf. Он в честь этой игры назван. Я понял тебя. Все такие капитаны. Машина, у нее 4 колеса есть, да. Ага, да. Еще и двери. Я уже только... Я только гаражные кооперативы почему-то нахожу. Я нашел факторку. Круто. А колесо там есть? Здесь любят США. Это не факторка, это какая-то... О, гаражи. Это стройка. Самая настоящая стройка. Помнишь, в этом в Сан-Андреасе у мужика в могиле? Ого, ты посмотри, какая она большая. Тут есть колесо. Так, я вошел внутрь правого крыла. Здесь две стройки. Я искренне не понимаю, что это такое. Колесо. Я знаю, как построить гараж, ребят. Все нормально. И у меня есть еще миксер. Колесо. Вот я себя отлично чувствую. Кто-то недооценивает колесо. Прикиньте, две стройки друг к другу зеркально поставлены. Получилась одна огромная. Вот это круто. А еще я нашел кабак. Очень кстати. Колесо. Да успокойся уже. Так мы так долго искали колесо, я нашел колесо. А вот три мусорки в баре, да? Бетонная мешалка. Да-да-да. Еще одна бетонная мешалка. Бригада строителей жрет самогон, собственно, да. Патроны для чейзета. Отлично, осталось чейзет найти. Дело за малым? Вообще за малым. Ты на какой из этих строек, чтобы мы по одной и той же не бегали? Ну да. Я на улице Гагарина. Окей. Смотри, здесь такой сюрреализм. Они, кстати, классно соединены, только я боюсь здесь упасть, но я парень шальной, поэтому пошел. Я не буду, я упаду точно. Или ногу сломаю себе. Вот не стоит совсем аккуратно. Вообще, я выхожу со стройки, я пошел. Зачищай первый этаж, а? Это все, что я тебе могу сказать. Еще одна кирка. Сейчас все такие, кирка в Майнкрафте была, это почти Майнкрафт, они играют почти в Майнкрафт. Плагиат. Не, это отсылка к Майнкрафту. Вообще офигеть, сейчас их ночь там засудит всех. Добавили кирку. Это кирку придумал ночь. Да. Так, в туалетах тут... Я вообще не помню, как я в последний раз что-то в туалетах находил. Ну тут кирка, кстати говоря. Я однажды нашел там банку еды и съел ее. Негенично. В реальной жизни. Буквально вчера было дело. Иду я такой мимо туалета. Да. Зашел, нашел банку и съел. Я нашел красный седан, но судя по всему, рядом с ним магазин. Бывает. Так, Артур, ты куда рванул? Я ищу больницу. Это хорошо, да. Это отлично отражает твое местоположение на этой карте. Ну, я недалеко. Что от есть, то есть. Да. Ну, то есть ты, вот если на стройку забегать, то левее побежал, да? Угу. О, еще две банки еды. То, что надо. То, чего в жизни не хватало мне, это банки бубон. Да я уже тут наелся, напился, мне бы найти. Я гостиницу нашел. Хорошо. А, я больницу нашел, отлично. Вот она прямо за стройкой. Джек. Морфин, как ты и хотел. Ага. Только ее разбить бы. Заходит, разбивает стекло больнички, начинает входить, спотыкается и ломает ногу. И не может доползти. И вошел, кстати говоря, Ленин тут поблизости. И здесь машина стоит. Я вот тебе говорил, гигантский Ленин слева. Машина в каком состоянии? Я не знаю, пока сейчас посмотрю. Арбалет со стрелой! Кого-то убили.
Кто кого убивает? Вообще... Где они такие стволы находят? Я не понимаю. Машина без четырех колес, и даже если бы она была с колесами, то думаю, нафиг. Видишь, народ убивается. А Артур, так я нашел еще одного. Это два парня из одного клана. Звереныша самоубийцу. И он сыт прям на рельсах. Сыт прям на рельсах? Да, он опасный вообще. Бескультурщина. О, прикольная больница. Есть такие эти на стенах. Я бы вот он даже Петрощан есть. Вообще. Офигенно. Ребят, поиски лаборатории заканчиваются просто, я бы даже... Смотри, за место они не начались даже. Один пацан там уже троих уложил за одного клана. Вот это он лютый. Молодцы, психа, пацан. Что-то в этой больнице на самом деле ничего нет. Узор закрывает те двери. Сваловая система. Сердечная. Твою мать! Твою мать, тут мужик в операционной мертвый, расчлененный. У него ноги отрублены и руки. И лицо манекенова. Ядри. Иди сюда. Иди сюда. Я не хотел этого. Я просто... Тут морг. Офигеть. А кто им отрубил ноги? Тихо, я пожалуйста. Голову. Пилу такой ногой забыл. Тихо, пожалуйста. Вертолет. Да. Да. Я вижу его. Я его вижу, он идет на снижение, ребят. Где их там двое! Еще? Два вертолета! Джек Шепард. Не нагли зомби на себе сейчас, уже нагрел. Они пилотируют над этим городом довольно медленно. У него смотрим, там становый пулемет не стоит. Стоит. Так людей увидел, начнут гасить. А мы в больнице, у нас куча морфина нам. Они в больнице. Три вертолета! Охереть. Нет слов. У нас куча морфина, говоришь? Они просто видят, что здесь зомби нагрелись и бегают. Я поэтому боюсь. Входа, поэтому... Я уже выбежал и сагрел. Позор, закрывайте двери, написано. Да. Читал. Какой позор? Казалось бы. Слава тебе, Господи. Так, Джек, приседай и выползай. Ложись на плечи. Да, они проверили, похоже. Да, давай мы эту тачанку починим и на ней поедем. Тут будем рассекать. У нас бы сейчас была машина, которая с пулеметом. Я бы сказал, давай за ними! Ты бы такой за ними. Это было бы просто невероятно. В легкую. Да, были бы патроны. Давай вокруг больницы обойдем. Я помню, с обычного пулемета сажал. Да с обычного пулемета, знаешь, как горит пулемет? Ой, вертолет в таком случае. Там вообще. Да там товарищ просто, помнишь, вышел. У него лоб развалился. Нам нужно строить гараж для нашей машины? Я думаю, ни машины, ни гаража не останется. Да, я думаю, этим мы займемся уже попозже. Я думаю, к следующей серии у нас вообще уже ничего не останется. Только наши голые задницы. Ты нас переоцениваешь? Да. Так, спокойно. Я нашел какой-то сортир. Вот-вот-вот, попробуй зайди. Он огорожен со всех сторон забором. Стопудово там. Там стоит зомби, но туда не пройти. Кладбище. Это больше даже не на сортир, а на сарай, походу. Не хочу туда. Там, походу, выхода нет. Но туда было не пройти, поэтому я пробежал мимо. Есть мнение, что этот сортир очень хорошо спрятан, кстати говоря. Я не уверен, что мы его найдем. Я просто знаю, что он тут есть. Вот. Ты за мной? Нет, я тут остановился в одном дворике, потому что это было именно очень похоже на то, что я думаю. Я побежал дальше и левее. Угу. Кладбище справа осталось. Ну, не тебя вижу, я вижу зомби, который с тобой. Ага. Там парень так зарейджил, что его убили. Вижу пожарку. Я около гигантской церкви, которая создана для великанов. Она не открывается. Здесь вообще все такое гигантское. Здесь вон есть... Оп-оп-оп, у меня такие фрезы. Здесь есть этот... Может, тоннель. Парни из Санта-Моники тут как-то приложились. То есть натуральные тоннели, железнодорожный, а потом для обычной. Интересно, а куда они ведут? А давай сходим. Come to me. Я могу спуститься даже к тебе. Я на Слованской бег где-то. Ага, это для нас. Милицию нашел, зайти? Конечно. Сейчас. Она прям сразу, Артур, прямо. Наверх давай поднимемся еще. Говорите, милиция что-нибудь есть хорошее, да? Видели здание гигантское такое? АК красный, лежит, АКС-74 Кобра. Вот это мне очень надо. Так, камеры. Это где? В
полиция. Это, короче, правее от памятника Ленину. Вот он прямо рукой показывает, вот справа от руки. Окей. Объяснил, я вижу, да? Что гигантскую церковь. А со стороны входа ее или боковой? У тебя компас есть? Да. Так, от компаса, короче, строго идешь на север. Понял. Тут один рожок для этой кобры лежит. У меня еще рожок с собой есть. Долбанные зомби, я точно не знаю, где эта милиция, но где-то здесь. Я вообще заблудился. Тут пожарка рядом еще. Да-да-да, я к пожарке, я только что ее увидел. Тут машинка стоит, копов. Вот я вижу церковь. Далеко на север, например, метров 200, 300, 400. Метров 200. Прям по дороге беги, ну. Прям по дороге, если я бегу, я сразу упрусь в тупик. Какие-то патроны, карта вроде. Как. Может, мы в разные церкви смотрим? Нет, да. Такая ну, одна большая, думаю, золотая. Одна большая. Вот Ленин, он рукой показывает на север. Да. Я нашел бэкпэк, он отстой. И мне надо идти, куда он показывает рукой, да? Койот. Друзья. Нет, тебе надо. Вот он рукой показывает прямо, тебе надо направо от его руки идти. Сейчас я его встречу. Давай. Ребята, тут север это туда, куда Ленин показывает рукой, я извиняюсь. Ну тогда тебе на восток. Вот, уже что-то нет, значит. Зачем? Мы на север. Сейчас. Я уже на севере от. Собственно. Сейчас найдемся. Бэкпэк мне брать или нет? Ты на севере от этой огромной церкви, да. Церкви. Мне кажется, да. Просто здесь между этого дома есть еще одна улица, и вы там, мне так кажется. Ты видишь широкий дом? Широкий дом? Больницу. Нет. Высокий вижу дом. Ленина. Я вот сейчас от Ленина тупо на ист от Ленина. Ой-ой-ой-ой. Стою вправо. Ой-ой. Больницы не вижу все еще. А вы Ленина видите вообще? Я бегу к тебе посередине. Нет, я Ленина не вижу. Посередине дороги. Я прям около церкви сейчас стою. За мной зомбач, резач, усач бежит. Вот же она, огромная церковь. Вот же она. Я прям... Ты у церкви сейчас? На входе прям стою. Ага. Так, сейчас я выйду на улицу как раз к тебе, которая... Так, проходи. Здесь такое прикольное место с арочками. Ух ты, круто. Макар, ФСД магазины. Короче, я Артур под мост иду. Вот, идем ко мне. Развернись. Угу, вижу. Я там был. Вот, я пробежал вперед и уперся туда, представляешь? Все равно туда. Ну ладно, я так и думал. Сейчас пожарку ставлю золотая. Угу. Мне кобра нужна очень сильно. Блин, такие вообще эти улицы не особо хорошие. Простреливаются, я думаю, просто в лед. Угу. А в то же время есть клумбы, за которые можно спрятаться. Ну, здесь нет клумб. Вот где сейчас, да. Так, сейчас направо уходишь, и там поворот налево будет. Понял, первый? Да. Хорошо. Как же вы отсюда Ленина видели? Я отсюда Ленина не видел, я вообще не понимал, куда бегу, я просто знал, что ты в той стороне. Угу. Я в новом рюкзаке, что не стрелять. Я видел в больницу. В новом рюкзаке. Я первым делом, когда целюсь, кого-то на рюкзак смотрю. Угу. Макс, видишь меня? А. Это сзади. Артур. Это я. А, это Артур. Видите, где я бегаю кругами? Да. Вот сюда вам надо. И потом направо. Вы нового зад. Вы знаете, почему-то я не удивлен, что мы не нашли эту лабораторию. Ну, город маленький же. Совсем, как Каменка. Да. Даже потеряться вообще очень сложно. Все твари проверить, это просто вообще очень легко. Даже если мы сейчас найдем, я не уверен, что мы в следующий раз сможем это найти. Ну, просто по карте надо будет запомнить. Угу. Кстати, карту у меня возьмешь? Да, возьму. Где коллаж, Джек? Направо. И у Фаера налево. Фаер? Да. Уф, я испугался, я подумал, у меня рюкзак пропал. Мотоцикл! Двухместный? Да.
крайне важная вещь. Вроде как. Но он убит, и в нем постоянно. Чей пожар тут горит? Это Fire Jack оставил. Тут дробовик Remington 870, если надо. Круто, здесь калаш. Мотоцикл полностью убит. И два дробовика тут таких. ЦЗ. Какой-то новый пистолет, прикол. Два Ремингтона, собственно. Я когда там был, знаешь, там лежала только кобра и все. Да, кобру я забираю себе прямо сейчас. О, Джек. А, это Артур. Да-да-да. А, это еще АКС, это укорот. А нет, не укорот, это нормальный. Да нет, нормальный. Два Ремингтона, собственно. И... О, ствол! ТТ! ТТ? ТТ. Только это что как Макар, не было. Только круче. Я говорю, но, только но что выгля- не было. Но выглядит как Макар, на самом деле. Вообще один в один. Будешь брать ТТ кто-нибудь? Мне нет, не Скорпион. У меня Г-17, я выкидываю ТТ. А я нашел прекраснейшее место. А, бордель? Просто. Ну тут кафешка, короче, и вид на море. Ну или что это? Классно. Балтика причем. Балтика. Зонтики стоят. Так, и я там продолжу, что-то я типа порта, я вижу у порта лодку. Да. Пойдем с тобой. На пожарку? Угу. Хорошо. Пожарку я блутал, там ничего нет. Он облутал, там ничего нет. Ну ладно. Ровно на север, если вы сейчас пойдете, то выйдите ко мне. Окей, я просто боюсь через эти будки трансформации. Станаги нужны кому? Мне. Взял станаг. Черт, мы будем биться за него. До свидания, написано. И солнышко нарисовано. Ты куда зашел в дом? А, понял. А я лутаю этот, скажи мне. Да. Бери станаг. И в нем, то есть, есть станаги? В доме да. В таком? Да, в рюкзаке у меня лежит. Я у тебя забираю карту. Это довольно странно. Карту взял. Ну вот мы и вернули былую славу. Даже приумножили ее, можно сказать. Ну да, сейчас любому козиру уже покажем. Угу. Вот обычно, так, когда ты говоришь, происходит что-то плохое. Да ладно, ты на второй этаж пошел, что ли? Да. Скорпион нашел. Отлично. Иди сюда, вертолет возьми. Вертолет летит. Летит вертолет. Вау. Летит с севера. Хороший слух. Причем вертолет вот этот, который мы с вами, Макс, находили. Лютый. Ага. Давай собьем его. Из да чего? Я не попаду, он очень быстрый. И очень высоко летит. А, тогда плевать, он мимо прошел уже. Да-да-да, он ушел в сторону Ленина. Я, короче, к отелю Маркомио двигаюсь. Блин, я сюда не выйду вообще, походу. Артур, ты магазин забрал на втором этаже? Я на северо-запад ушел. Магазин Скорпиона на втором этаже не забудь. Хорошо, иду. Он возвращается, кстати, вертолет. Факторку вы уже лутали, да, вроде как? Да, и Джек Шепард лутал. Ушел на северо-запад я. Рядом со здоровым отелем Маркомио нахожусь. Хорошо. Тут какое-то здание все в деревьях. И куча этих красных звезд на вышках, так что вы меня найдете, я думаю, быстро. Ты уже вышел с второго этажа, что ли? Ты меня спрашиваешь? Да, ты вышел. Я уже давно ушел. Ну ладно. Угу. Ну, мы просто решили как бы разделиться, типа поискать этот лабу. Окей. Тот, кто найдет, тот что? Правильно, молодец. А тот, кто не найдет, тот что? Правильно, не молодец. Не молодец, да. Вообще. Я вижу, тут какие-то разрушенные дома, может быть, рядом с ними. Тут прям перегорожено все, типа, йоу, не входить. Потом... Найдите кто-нибудь морфина, морфия. Морфина, а в больничке не было? Нет. Да не было, там все пусто было. На крыше, может быть, ящик есть. Точно, мне даже в голову не пришло подняться. Гляньте. Тут еда есть, вам взять еды. Ну, возьми, конечно. Возьми, что, еда, что, еда не будет, если лезть. Если что, выкинем потом хотя бы или съедим. Окей. Так, короче, к больничке я не пошел. Хрен с ним. Ну, с видом на море, да, это уверен, что... Да. Балтика, и вот налево от них по дороге иди, меня увидишь. Угу. Да, если ты там, я в другую сторону пойду просто. Ага. А ты по парку бегал? Я... Туда куда-то сторону. Там такая перегородка, как будто стройка будет. Не носился тут? Нет. Я писаю, тут мостик такой идет неплохой. Ну прям вообще все новое, все такое. Да, городок такой вкусный. Вообще. Можно жить.
Вон вижу, Макс бежит. Я справа тебя на насыпи стою. Вижу тебя. Так я и спрашивал, кто тут был. Zero Mag. Окей. Там Сталин с Лениным бухают слева. Ну им норм. Это отель, что ли, такое высокое здание? Да. Хорошо. Интересно, у него можно подняться, потому что вроде там как наверху. А, точно, отель. Выглядит вроде как, что может туда зайти. Вот в этом здании, где Сталин с Лениным, я только что был, еды там набрал. Понял. Нашел какие-то гаражи лютые. Угу. Пытаюсь сейчас посмотреть, что в них. 15 минут и рестарт. Ну, я думаю, как раз... Надо спешить, да, надо спешить. Вижу белую машину. У меня два колеса уже с собой есть. Угу. И в машине еще три. Я бы вообще бы, блин, вернулся бы за той тачкой. А, она крутая. Летит что-то опять? Или меня глючит? Белый пикап, кто видел рядом со звездой? Вот я к нему бегу. Понял тебя. Да, извините, я просто звезду не видел за дома. Черт возьми, этот город гигантский. Я так чувствую, что я бегу к мосту, через который... Вижу Джека. Ага. А на мост, это Артур на мост убежал. Не, я у звезды. Нет, с этой стороны моста я явно ничего не поймаю. Хотя нет, скажу. Просто я не поймаю то, чего мне нужно. Ух ты, тень такая, а чего это? Ты по мосту бежишь? Да. А, это Артур по мосту бежит. Раз он пошел по мосту, я пойду в другую сторону. Ой, беда какая, а? Да чё беда-то, мне прикол. Да вообще прикол, новое все, но просто найти надо, хочется. А, да, никак. Успеем найти, чё. Плюс мы тачку без присмотра оставили, но я думаю, кому она тут нужна. Да, с тачками, я так смотрю, проблем особо нет. Его кого-то опять убили. Все заварухи проходят мимо. Тихо. А, это зомби. Ой, я перепугался. А не бойся. Топот. Не бойся. Ты сейчас, Артур, пойдешь налево в дамажилы или направо? Я налево ушел в дамажилы. Я направо тогда к гигантской этой трубе. Интересно, где у них там замес вообще происходит? Да не знаю. Да я думаю, где-нибудь на какие-нибудь острова улетели там и там между собой воюют. Дэм. Ну или просто знают, где там какое-нибудь мегалодное место. Лаборатория, ну, своя. Меня убивают эти зомби с топором в голове такие. Ага, бегут еще типа. И вроде как мозг-то поврежден, да, должен быть? Угу. Ты такой капитан. Конечно, нет. Так, перья-то. Это очень важная находка. Ради этого стоило переться. Я нашел уфет. Что такое уфет? Это как уфет, только буква Б закрыта деревом. А, уфет. Да. Уфет из Уфы. Уфет. Школа. Нормально. В школе лежит Ленфилд. Сразу видно, дети молодцы. Дети шарят. Там, кстати, какой-то, видели там какой-то корабль гигантский, биржа перевернутая. Баржа. Биржа перевернутая. Баржа. Элис Пак лежит. Кстати, я вам скажу, что чешский рюкзак здесь отстой, у него 16 ячеек. Да? Ага. Значит, Ленфилд здесь крутой. Поэтому я взял самый лучший рюкзак в игре, и теперь с ним бегу. Это офигеть, просто здесь столько домов, и во все можно зайти. У меня мозг пухнет. У меня тоже. Я захожу избирательно. А АК-107 вот есть. Добавили бы еще лута всякого интересного, нового, побольше. Ты уже забегаешь, стрелы, банки, еда, вода. А у меня вообще такого ничего нет. Патроны к Макарову и прочего лабуда. Я на почте. Раньше помню, когда играл, но почта не знаю же, как... напиши по челам свету. Ага. То есть в каждой кучке лута подбегаешь, такой, о, что там за лут. А сейчас уже за километр видишь, а, ну там все стандартно лежит, ты даже брать не будешь. Короче, ты где-то около трубы это называешь. Я в буфете, да, к этой трубе бегу. Сейчас в буфет забегу, поем. Не называй, пожалуйста, буфет, уфет, точнее, буфетом. А, уфет, да, простите. Сам же придумал, сам как уже. Как не стыдно вообще. Испортился. Здесь лежат Blueprint Hero L1. Я так и не знаю, что это такое. Я тоже. Гулаш 0,50 рублей. Ну, то есть 50 копеек. Печень 40 копеек. Пиво 50 копеек. Я гуляш буду. Заверните. Внимание, табак и алкоголь не можем продать и людям под 18 сроки.
И тут да, лежит СА-61 вместо пистолета. А это отличный, между прочим, Скорпион. Да. Ребята, я нашел целую пожарную станцию. Она, пожарная, ну то есть, станция. Мы не поняли, станция это пожарная. Это станция. Тут открытых ворот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 открытых ворот. Нормально. Уже интересней? Угу. ТХС называется. Хотя похоже, что это просто... Элиспаков целая куча. Станция, которая ремонтная для машин, как называется, ребят, быстренько. Быстренько я забыл. Нет. У дальнобойщиков она еще пользуется, это сокращение это. Не знаю. Ну блин, в дальнобойщиках первый так называлось. Я нашел ванну на двух колесах, и у меня есть два колеса. Поехали. Я нашел третье колесо, Джек. Можешь починить? Правда, у меня тело убито. Что в нем? Тело убито? Да. Ты что, издеваешься? Бензобак у меня с собой есть, есть колеса. И... Я взял еще одно колесо. Я не могу в ней сесть, убав мобил этот. А нет, могу. Как ты можешь вообще? Так, ну в принципе, если я бензобак починю, починю колеса. Ванна, мобиль, на меня прям написано. А бензин ты сможешь как бы? Бензина нету. Вот, ну там значит... совсем на капельке. Так, тут рядом со мной вот это. Артур, беги к этой здоровой трубе. Мы сейчас нет, найдем, починим ванну. Я тут почти нашел, похоже, вход. Знакомый. Доставил мне одного, да. Ну вот, а, ты лабу нашел почти. Там прям три буквы, еще один Скорпион. Да что ж такое? Это город по производству Скорпионов. Ну, очень хорошо. Да. Блин, прикиньте, да, сейчас это... Кто-нибудь из вас идет и такая... Что такое? А этот Джек на ванной едет. А, нормально. Да, пиу. Блин, я не знаю, кто-нибудь... Канистру. А, это море, прибой. Прикольно. Офигеть, стреляй по нему. Ага, умри, прибой. О, такой, ты меня ранил. Только не я, за что? Это только не по лицу. Парни, ну короче, если здесь есть лаборатория, то она довольно неплохо спрятана. Ну... А откуда вот такая информация? Ты ее видел, да? Я не то, что ее видел, мне о ней говорили, и я видел, короче, отрывок видео, где... И, по-моему, мало я только информации. Что нашел. Где она находится? Подожди, нет, я еще это не точно. Просто здесь есть туалет, именно на таком месте, который я, похоже, видел. И рядом с ним ходят зомби. Это Джек Шепард от тебя, на. Получается, на юг? Сауф, да. На. Бегу. А ты мост пересеки, дойди до перекрестка и тоже на Сауф. А я и так с юга бегу. Это я стрелял. Ну то где это? Здание какое-то? Не слышал. Даже не слышал. Бомба ничего. Я в ней, окей. Стоп! Где ты? Так, я без вас не пойду туда. Что? Блин, рестарт 10 минут, давайте быстрее. Слышу, зомби в доме бегают, не там ты? Нет, я не в доме. Короче, вот эти двухэтажки, видишь? Пробегай мимо них до упора по улице. Так я только что там был. Труба гигантская там есть рядом? Да, такая? Труба гигантская. Она слева? Нет, у меня трубы гигантской нет, это мы Ишусу даем координаты. А. Короче, вот эта вот улица, сейчас мы найдемся. Потом направо? Почта России там есть? Не знает никто. А, не знаю. Баржа далеко это перевернутая? Я не видел баржу перевернутую. Я понял тебя. Ползет зомби там впереди, труба вижу гигантская. Двигай к трубе, короче. Уловил. И на перекрестке повернешь. Ну просто труба, я уже южнее ее. Ну то есть как да бы... Да повернуть-то? Я вот у Фета. Я а вон вижу впереди бежит далеко кто-то по дороге. Спортзал, это я. Да, это Джек Шепард. Да, где Артур? А я по мосту бегу впереди тебя. Артур захватил лабораторию и не пускает нас. Я вот около выхода из этого, с моста на этой стороне. Во, я вижу Артура, ха-ха, пойдем в лабораторию, а Джека Шепарда ничего не достанется. Я все вижу. Быстрее, Джека Шепарда пристрелим. Да. Все. Зомби, я с вами объединяюсь и буду убивать их. Hurry up, because time is out, guys. Где ты нашел? Ну, покажи мне. Show me. Где этот? Let's go, come with me. Show me the secret. А, вот тут, да? Офигеть.
пацаны! Ты вот это представляешь найти? Это? Да ну ты чё, я бы ни за что в жизни не нашел. Джек Шепард. Пацаны! Ну мы тут как раз его подождем. Конечно. Подожди, подождем, говорит. Пацаны! Курва педро, пердолоны интернет. Сейчас я им расскажу, подождите. Хоч сюды, хлопче. Жимно. Курва. Так, ну и где вы? Куда вы ушли-то? Блин, ну ты только не говоришь, что мне сейчас назад придется идти. Ты вот этот перекресток, если мы со стороны моста встаешь на нем, Т-образный. Он такой. Налево. Хотель Марковия написано 300 метров. Вывеска красная, нет? Какой хотель Марковия? Налево от него поворачиваешь. Лево, право руля, Джек. Во двор. Бегу. Да. Че, дальше куда? А там будет такой этот... Джек, другой двор. Назад. Твою мать. Вот двор, Джек, вот. Лево руля, за мной иди. Вот так вот. Тут заход. Тут бинокль лежит. Господи. Джек, вижу. Вот. Вижу, вот, вижу. Дальше, дальше идешь. Ну, а теперь каждый сам за себя, Джек. Бандит! Ну, конечно. Сейчас меня убьют за то, что я им показал. Ну, так все, я буду хозяином лаборатории. Ага. Буду сдавать его в аренду. Там будут жить зомби и платить мне деньги. Я думаю, сейчас мы хапнем там это место. А там никого. Месть. То есть вот в этом камне, что ли? Нет, нет, но. Оп. Он толчок. Да вы гоните. Это очень легко было найти. Без проблем. Так как все нашел, ты туда и идешь. И пошел. СЦП. Такой тут. Так, аккуратно, не упадите тут, походу. Что это такое? Ох, офигеть, здесь что творится. Давай. Тут все в крови. Камон. А что, вниз или наверх? Пошли наверх сначала. Давай. Сейчас, мне кажется, просто у всех. Очко, жалость. До невозможности. Оргазмируем. Офигеть. Это вот старый сайт лаборатории. Там зомби. Он с калашом! Он стреляет мне в голову! Кровотечение. Кто, где? Зомби стреляет? Зомби стрелял, он с калашом! Ты что, больной? Да! Кровотечение, парни. Зомби с калашами, готовьтесь стрелять на поражение. А чё он в халате был? Что? Он прицелился мне в голову и выстрелил. Тебя легко отделал. Внизу еще один такой же. Где они? Вон он стоит. Я не калаш вижу. Лежит у хороший. Них калаши. Хороший вон калаш. Вон он внизу. Во, вижу, да. Сдохни. Эсцеда сайонетист. Это какой-то кобра. Ученый. Это ученый. Возьми с него патронов на АК. Возьму, с удовольствием. Вообще, будьте мы все могли бы их пушку взять. Осторожны будьте, они стреляют. Я вообще офигел, что кто-то проломился, сейчас... проплавил пол, смотрите. Ага, кровище. Не упадите туда вниз. Это был ученый какой-то, Джек. Охренеть. В этой лаборатории творилась какая-то чертовщина. Тихо, это что было такое? Команда зачистки. Вижу еще одного. Спустимся вниз, а там что-нибудь шипит. Бил. И какая-нибудь 19-щупальцевая тварь. Тут дверь выбило, прикиньте. Угу. Пусто. Все, уходим. Все, возвращаемся. Идем вниз. Так, офигеть. Идем назад, там нет нифига. Ребята. Да. Куда мы попали? О, жесть. Я лава, просто. Я все даже буду путь не доснится. Спасибо, Артур. Спасибо, Артур. Не, на самом деле это, конечно, офигеть. Я слышу слева. Да, снизу кто-то еще есть. Походу. Я еще прицелился на него, думаю, стрелять в голову нет. Он такой стоит с автоматом, поворачивается, начинает гасить. Жека, я думал, он тебя хэдшотнет. Я просто в панике был. И выстрелил в голову. Ну вот, что теперь тут звуки, я. Звуки слышу. Используйте преимущество третьего лица. То есть, нет, я наоборот первый. Это слишком круто. Тут лаборатории, тут клонов делали. Чувак лежит. Это нет. Зомби, да? Хорош. Еще один ходит впереди. Вижу. Мажу.
Убил? Нет? Нет. Он жив? Он патрулирует там. Хоть патрулирует, Скотт. Я его сбоку сейчас расшанул, Джек. Ну-ка. Да я уж по нему запарился патрон. А, он уже умер, по-моему, да? Да. Добавил ему парочку. Вот, смотри, стихлут! У них схрон, схрон сразу. Карты с... О, вот это лютый автомат. Я беру лютый автомат, мне пофиг. Я пока с М-кой буду, если что, заберу их АК. Здесь у еще один кобра. У них СА-58, это вообще такой гангстерский ствол, я вам говорю. Да у этих всех АКшки. Какой СА-58? Где? А он у меня в руках уже. В чем отличие? На него 6 рожков. АКМ стреляет как АКМ, дамажит как АКМ. Отлично. А у этих АКшки, да, кобра. Угу. Да нифига это не АКшки, это СА-58, а нет, такая С-кобра. Кобра-кобра. А что-то больше другого лута нет, кроме того, что с них выпадает? Ну, похоже, собственно, все. Никому не нужен бинокль, пока он тут. У меня есть, спасибо. Компас. Я вот не знаю, может взять все-таки этот. Что есть, СА-58? Нет, с коброй. Кобру взять. Потому там что у меня на моем рожочек. А ты можешь отдать Артуру рожочек этот и забрать АКС. Артур. В сумку, пожалуйста. Я уже тут на землю положил. Так, я, пожалуй, вернусь назад. Здесь, здесь. Вот где я кобру беру. А где ты кобру берешь? Я беру кобру, вот где я кобру беру. В углу в самом начале, как заходишь, сразу направо. Понял, вижу. Пойду еще с них этих АКРшков. Вот два рожочка. Не-не-не, вот отдельно два лежат. Да подожди, один, я думаю, G-36. Может твою взять на твое ССО. А, ну и вот. Фонарик есть. Может даже так. Блин, мне так холла нравится на моей. Нет, я лучше с холла останусь. Холла тоже родная, есть с нее. Угу. Уже убивал. Ну что, ребят? Шикарно. Я всем доволен. Удачи. Пора заканчивать серию, там через 2 минуты рестарт. Так, да. сейчас. Выйдем наружу, я думаю. Да, я, пожалуй, здесь останусь. G36, ага, чтобы потом появиться, они нас убили в голову. И чтобы после рестарта... Нет, я как бы стою на выходе, но не выходил. А, то есть в то в этом. Угу. На подъеме поднимаюсь. Офигеть. Я нашел баг, я вижу все через стены отсюда. Подожди, а если вот в эту трубу вниз упасть, то что там выйти можно, нет? Что-то я думаю, не стоит. Вы где остаетесь? Что-то я просто. Мы наверх поднялись. Я наверх уже поднялся, сижу тут на вход, смотрю. Вот рядом со мной Джек. Офигенно, офигенно. Ой, я просто в шоке. Это кто-то очень пишет, круто. Ну что я могу сказать? Вот такие пироги. Это было хорошо очень хорошо. Сходили. Очень хорошо. Лучшего завершения серии не придумать, мне кажется. Скалаша стрельнули, да, слева? Да. Опять два раза. Угу. Так, маленько отсрочим, может. Пойдем. Люди или зомби, давайте выйдем. Макс, ты первый, я сразу врываюсь и там в другую сторону. И я предлагаю... валить. Кто-нибудь кого-нибудь видит? Я просто сегодня хочу кого-нибудь убить. Не знаю почему, но вот охота. Давайте, давайте пора заканчивать и новую серию начнем уже в замесе. Спасибо, что были с нами, спасибо, что смотрели с нами. Новая лаборатория, новая карта, куча неизведанного, просто куча. Мы шокированы. Шикардос. Спасибо, что были с нами. Всем пока. Да, всем пока.